называется «Как сделать школу творческими лабораториями». Мы долго брейнштормили, думали, вообще я хотел поговорить о дополнительном образовании, о роли доп. Образования, о кружках и так далее. И мы долго думали, как назвать тему сегодняшнего выступления. И пришли к выводу, что школа должна быть действительно местом творческим и, наверное, местом для экспериментов, где дети не боятся пробовать, не боятся экспериментировать. И это, наверное, лаборатория, поэтому так назвали. Сегодня перед вами выступают два спикера. Это моя коллега и мой очень хороший друг Динара Сагадатова. Она преподаватель Quantum STEM School здесь, в столице. Одна из лучших преподавателей естествознания, которых я знаю. И меня зовут Алмаз Ордабаев, я заместитель председателя правления Республиканской физмат-школы. Следующий слайд. Работаю в Алматы. Спасибо большое. Следующий слайд. Проведу немножко по плану сегодняшнему. Мы посвятим 10-15 минут введению, небольшому ликбезу статистики. Затем, чтобы вы не заскучали, проведем небольшой опрос среди участников. Получим обратную связь. Затем я расскажу о небольшой концепции, которая меня зацепила. Далее результаты опроса продемонстрирует Динара. Затем заключение 5 минут. И перейдем к сессии вопросов-ответов. И в самом конце самое приятное у нас будет награждение двумя призами. Мы определим двух самых наиболее активных участников сегодня. Призы, кстати, неплохие. Это, как называется, стикер, вот палочка для фотографирования, селфи и наушники, игровые наушники. Итак, поехали. Вначале небольшой ликбез. Вообще, как я вначале сказал, мы будем говорить о дополнительном образовании. Для того, чтобы понимать, куда нам двигаться, в каком направлении развиваться, надо понять, какова ситуация в Казахстане. Да, в первую очередь, законодательная база, какие-то положения. И вот мы взяли информацию с сайта adlet.kz, это взято из приказа министра образования. Какие виды вообще кружков бывают? Ну, помимо внутришкольных кружков, кстати, тут есть педагоги, учителя, работники школ? Наибольшим спросом пользуются частные центры для подготовки там, специализированным школам, к университетам и так далее. Но это все регулируется положением, приказом министра. Существуют школьные кружки, станции юных техников, натуралистов, туристов и так далее. Детские школы, юношеские школы. Что их объединяет? Везде требуется государственная регистрация. Без этого организация осуществлять свою деятельность не может. Но не нужно получать лицензию на реализацию образовательных услуг. Вот что их отличает от школ. Направление выбирается ребенком добровольно, да вы все знаете это, что и они объединяются не по возрастам, а по интересам и в некоторых дисциплинах по уровню развития. По количеству в этих группах тоже, наверное, не все знают, это тоже регулируется этим положением. От 6 до 10 детей занимаются в дошкольном возрасте, с особенными потребностями это 3-6 детей. В первый год обучения 10-15, второй и последующие года 8-12 детей. Если это экспериментальная группа, то это 6-8 детей. Единственное отличается это направление хореография, потому что там ставится. Так, длительность варьируется от 25 минут до 120 минут. Это тоже нужно понимать при осуществлении таких проектов. И что я хотел еще отметить, это вот проект «Арт-спорт», который мне лично нравится. Это подушевое государственное финансирование таких кружков. У каждого родителя, у каждого там, учителя есть возможность задействовать государственные механизмы оплаты труда. То есть родитель может прямо на портал зайти, вот ссылка есть, зарегистрировать своего ребенка и получать услуги. Далее, следующий слайд. Здесь приведены статистические данные по Казахстану. Динара чуть подробнее расскажет. Здесь, получается, у нас кружки и секции для школьников. Данные мы взяли с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Обратите внимание, это за 2020 год, да, в 2022 году еще данные не обновлялись. Но что самое интересное, что мы видим, что у нас самые популярные, получается, кружки, связанные с художественно-эстетическими, да, направлениями. Кто-нибудь у нас на кружки ходит? Вот я вижу здесь очень много школьников. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто ходит на кружки. Так, ну, в принципе, небольшое, да, количество у нас ходит на кружки.
Угу, дети ходят, да, хорошо. А, ну, в принципе, здесь у нас, если заметите, да, что у нас количество самих кружков художественных и эстетических очень много, но если посмотреть, спортивные просто размыты, потому что они разделены на баскетбольные, волейбольные и так далее. Можно следующий слайд, пожалуйста? Здесь именно указана численность занимающихся детей в кружках. Как вы знаете, у нас 3,5 миллиона детей, это школьники школьного возраста от 6 до 17 лет, по последним данным. Если посмотреть, я соединила все спортивные кружки, то спортивными кружками у нас охвачено 816 тысяч учеников. А при этом, если декоративные, прикладные и художественно-эстетические объединит в одно, получается, как бы в одно направление, то у нас 364 тысячи. Что интересно, такое же примерное исследование делали в Великобритании. И там оказалось, что самые популярные кружки – это спортивное направление, 50% молодежи у них охвачено. Здесь у нас, к сожалению, 3,5 миллиона школьников, но охвачено самыми популярными спортивными кружками всего 816 тысяч. А искусством у нас 364 тысячи, то есть половину меньше. Но в той же Великобритании у нас искусством охвачено всего 8%. То есть у нас есть, в принципе, неплохие подвижки. Единственное, здесь очень сложно понять, это дети, получается, может быть, ребенок ходит на несколько кружков, соответственно, мы не можем тут прям транслировать все результаты на весь Казахстан, поэтому охваченность намного ниже, чем видно на этой таблице. Вот на слайде вы видите QR-код, можете навести свои камеры, и у вас откроется опрос. Мы очень просим вас пройти этот опрос, он анонимный. Мы не будем... Давайте я тут оставлю. Если кому-то нужно, можно сканировать. Окей, вроде все отсканировали. Давайте следующий слайд, да? Ребенок, племянник, ученик, выберите любого человека школьного возраста. Дальше следующий тоже вопрос. Соотношение между школьными и нешкольными тоже касается одного ребенка, любого. Сами выберите. Можете выбрать один из приведенных ответов. И по вашему, как по-вашему влияет посещение кружков на выбор будущей профессии? Или он вообще не влияет? Самый последний, вопрос открытый. Пожалуйста, расскажите, как по-вашему, зачем будущему астронавту школьные кружки. Это немножко такой чуть-чуть абсурдный вопрос, но он глубокий на самом деле. Мы сейчас придем к практическим... Стоп. Музыка мешает, Динара. Мы сейчас придем к практическим вопросам реализации этих идей, да, там кружки и так далее. И вот я хотел поделиться одним кейсом. Мы в Республиканской физмат-школе в Алмате открыли лабораторию. Она работает для всех желающих, не только для физматовцев, а вообще для всех желающих, кто рядом живет и посещает. Эта лаборатория совместно, была создана совместно с караваном знаний. Она многопрофильная. Посмотрите, пожалуйста. Еще одно видео, да, там есть? Научно-творческая лаборатория для школьников. Зерте-студио. На базе Республиканской физико-математической школы города Алматы. Общая площадь 300 квадратных метров. Зерте-студио предлагает занятия для школьников с 12 до 18 лет по следующим направлениям. Робототехника и 3D-моделирование, занимательная наука, ракетостроение, авиамоделирование. Занятия Зерте-студио помогают школьникам подтянуть знания по STEM-предметам, научиться делать научные проекты, подготовиться к олимпиадам, соревнованиям и конкурсам. Партнеры – компания «Шеврон», Республиканская Спасибо. Физико-математическая школа. Но родилась эта лаборатория ведь по инициативе
не спонсоров, а по инициативе самих работников. То есть я к тому, что учителя могут гореть идеей, любить свое дело. Дети могут запросы отправлять, и тогда найдутся спонсора. Если вот есть среди нас учителя или работники сферы образования, прошу обратить внимание, вот следующий слайд. Вот таким образом выглядит наша лаборатория в Алмате. Мы летом, например, проводили STEM-лагеря не только для физмат, для других школьников тоже. Абсолютно творческая среда, вот о чем я говорил в самом начале. Чтобы превратить школу в творческую лабораторию, нужно создавать условия. Да? В первую очередь это подход к обучению, а уже во вторую очередь это создание инфраструктурных решений. Следующий слайд. Вот говоря о желании учителей или детей, я еще один пример хотел привести. Нашего преподавателя из города Астаны, Куаныш Магавин. Он абсолютный энтузиаст, и он предлагает, сам инициирует идеи, сам предлагает. И вот недавно вы слышали новость, что он стал первым Apple-тренером в Казахстане. Это тоже чисто его инициатива, никто его не подталкивает. Это, конечно, приводит к созданию каких-то инфраструктурных, опять же, решений. Сейчас на базе РФМШ города Астаны создается Apple-центр. Полноценный. Я думаю, что он будет открыт. Кстати, я хочу познакомить с директором Мирланом Дегеровичем. Можете подняться. Будьте знакомы, это директор ФМШ Астаны. Если у вас будут предложения, если дети захотят посещать, абсолютно вот эти двери открыты. Я это говорю к тому, чтобы на местах учителя не боялись предлагать смелые решения, смелые идеи реализовывать. Зачем все это делается? Следующий слайд. Вот теперь мы поговорим немножко в таком эфемерном понятии, о концептуальных вещах. Я, когда работал в городе Павлодар, мы занимались олимпиадной химией, а вы с Павлодара? Приветствую, это моя вторая родина, можно сказать. Я там состоялся как учитель. И вот с детьми, когда мы занимались, я их готовил к олимпиадам по химии. Но для меня было важно, чтобы они развивались еще и в других направлениях. Поэтому, когда мы schedule, этот план составляли свой, я проверял каждую неделю три вещи. Это их расписание по спортивным занятиям, по чтению, и в третью очередь это занятия по химии. И вот это очень со скрипом, долго шло, дети не хотели, это же все математики там, да, в одаренных школах учатся, не любят читать художественную литературу, там некоторые вообще не любят спорт, но это дало плоды. Я вижу, что сейчас уже ученики мои, которые там уже окончили университет, работают, чувствуют себя абсолютно спортивно подготовленным, во-первых. Во-вторых, интересные люди. И вот один из них окончил МГУ, сейчас в Швейцарии делает PhD. И как-то я ему скидывал книгу, вот эту, Насима Талеба, знаете, «Черный лебедь». Я говорю, Адиль, ты читал эту книгу? Он говорит, Алмас ага, я не читаю книги, пока они не превратятся в классику. Я такой думаю, больше я тебе ничего предлагать не буду, ты мне предлагай. Ну, действительно, вот это тот случай, когда учителя, дети перепрыгивают своих учителей и становятся более компетентными. Я хочу поговорить о концепции, которую Талеб предлагал в своей книге «Черный лебедь», известный, неизвестный. Вот зачем нам детей отдавать на кружки? Мы все хотим, чтобы они стали сильными математиками, физиками. Мне папа говорил в детстве, там, когда я занимался УШУ, он говорил, «Олсаган, нан булмайт». Ты должен математикой заниматься, да, вот, например. То есть у многих родителей такое представление, что ребенок должен зарабатывать деньги, когда вырастет. Он должен как-то имплементировать. Должна быть прямая связка с рынком труда, прямая связка с производством. А что даст домбра, например, этому ребенку? А что даст фортепиано? Или там какие-то дебатные клубы? Это вот распознать тяжело. Я хочу вот поговорить о четырех концепциях. Первое. Вот в математике есть такое понятие «известные параметры», да? Для того, чтобы решить уравнение, нам нужно знать величину этих параметров. Первое, вот у нас прямоугольник, вы видите. Как найти площадь прямоугольника? Что? Екі қабырғасының ұзындығын көбейтеміз, да? Мы должны умножить два ребра и получим площадь. Это может сделать ученик, ну, прилежный ученик, который запоминает формулы. У него в голове есть формула, и он ставит эти величины в эту формулу. Теперь второй случай. Это когда мы имеем дело с неизвестными известными. То есть мы знаем, известно это что? Параметры. Для того, чтобы найти площадь треугольника, что нам нужно сделать? Кто знает формулу? BMS. H. Yeah. Биіктігін мы умножаем высоту
на основание умножаем на 1 вторую. Это формула, правильно? Вы откуда это знаете? Хайден Блессона. Ну да. Вы в школе же научились, да, первый раз? Вы же не придумали эту формулу или вы придумали? Ну, невозможно придумать. Это открытая вещь. Это формула, правильно, известная. Но мы не знаем h в данном случае. Это неизвестное известное. Как найти h? Пифагор, да, у нас есть правило Пифагора, да, используем? Чтобы найти h. У нас два, вот есть у нас два известных параметра, а и b. Это вот равнобедренный треугольник, одно бедро и основание известное. h-то неизвестное. Тут, значит, не получится быть просто отличником, который запомнил формулу, да? Тут придется немножко проявить какую-то смекалку. Это такой базовый пример. Тут нужно проявить. Это уровень уже, наверное, учителя или очень, ну, одаренного ученика, который может нестандартные задачи решать. Это мы говорим о неизвестных известных. А есть случаи, есть концепция, когда мы говорим о известных неизвестных. То есть мы, человек, который умеет мыслить на этом порядке, он знает, что есть параметры, какие-то неизвестные параметры, но они мне известны. Это уровень мышления уже ученого человека. Вот вы знаете, все знаете вот этого человека, наверное, да? Кто это? Ну, прочитайте рядом закон. Да, это Менделеев. Это Менделеев. Чем он известен? Таблица Менделеева. Наверное, немногие знают, что он предсказывал существование элементов тоже. То есть мы сейчас видим таблицу периодическую, очень большую, там 100 с чем-то элементов. Когда он основал этот закон, когда он предложил этот закон, там было там порядка 30 там, с чем-то элементов. И он предсказывал, он предсказал, умер и не увидел открытие этих элементов, предсказанных элементов. Например, вот галлий. Он предсказал в 1870 году, а галлий открылся в 1875. Он назвал его эко-алюминий. Потому что по его мышлению, вот именно в формате известных-неизвестных, он думал, что где-то там есть элемент, который подчиняется вот этим законам. Он должен быть, иначе быть не может. Да? Он предложил еще германий, эко-силиций. Вот таким образом мыслит. Что, каких навыков требует мышление именно на таком уровне? Это, наверное, уже не запоминание формул. Это даже не решение нестандартных олимпиадных задач. Это требует более высокого порядка мышления, когда ты можешь заглядывать за рамки вот этих вот концепций, да, неизвестных, известных. И последнее есть. Это когда есть концепция неизвестная. Талеб об этом говорит. Вот. Мы не знаем, есть какие-то параметры, которые, наверное, существуют, и мы даже не знаем, в какую сторону двигаться. Но есть люди, которые мыслят на таком уровне. Ну, например, да Винчи, да? Там, гении, которые были, там, Аристотель, скажем, такие люди. Вот каких навыков требует мышление именно на таком уровне? Когда мы говорим о неизвестных, неизвестных, это визионеры, которые предсказывают. Как, например, Менделеев предсказал, он ускорил процесс открытия этих элементов, потому что он сказал, там ищите, где-то там должен быть элемент. И вот те, кто визионеры, которые мыслят на уровне неизвестных, неизвестных, это уже что-то заоблачное. Это значит абсолютно творческое мышление. Здесь не подойдет нам запомнить математические формулы, физические формулы и так далее. Вот почему очень важно родителям в первую очередь понять, даже, наверное, учителям в первую очередь понять, потом уже родителям понять, что не всегда есть прямая корреляция между теми кружками, которые ребенок посещает, и его успешностью в той или иной сфере. То есть нет прямой корреляции, нельзя взять и имплементировать. Поэтому, вот как мы в самом начале стат-данные приводили, и выдержки из приказа, они объединяются по интересам. Нужно искать эти интересы, пробовать. И тогда, глядишь, у нас больше будет детей, которые мыслят на уровне, там, хотя бы на третьем уровне, как, например, будущие ученые. Но, к сожалению, мы сейчас, посмотрите любые результаты международных исследований уровня образования. У нас дети мыслят на только первом уровне. На втором уровне очень мало, это только олимпиадники какие-то, их там 1% и даже меньше 1%. Вот о чем мы должны задумываться, когда преподаем. Так, следующий слайд можно. Динара, здесь? Да. Сейчас мы перейдем к результатам нашего опроса. Вы же все ответили, да, уже, наверное? Это вот график, давай, Динара. Спасибо за активное участие. Как вы видите, мы собрали 34 ответа. И сейчас будем анализировать и сравнивать с тем, что у нас вообще какова ситуация по исследованиям других стран.
Первый вопрос у нас был, сколько часов в неделю ваш ребенок, да, там, племянник, ученик регулярно посещает кружки. А львиная часть отметила, как вы видите, что получается 1-2 часа в неделю. И у нас есть четверть, да, как бы нашей аудитории, в которых вообще дети не посещают кружки. Что интересно, что у нас всего вот 8%, кто посещает больше 7 часов. И сейчас я вам расскажу о том, сколько посещает там в других странах, но как вы думаете, в норме сколько должно у нас посещать? Уже больше, да, там? А кто считает 7-10 часов, например? Всего 4 человека. Хорошо, можно следующий слайд, пожалуйста? В США было проведено исследование на 1197 подростках. Это было лонгитюдное исследование, то есть их отслеживали с 1987 года по 2002 год. Чтобы понять, как влияет посещение внеклассных занятий на вот подростков 15-16 лет и чего они добились уже ближе к 30 годам. И было выяснено, что в основном американский подросток тратит минимум 7,9 часов в неделю. Это только внеклассные занятия. То есть домашнее задание отдельно, и также встреча с друзьями уже тоже идет отдельно. И, соответственно, это стандартное посещение. Видите, какая у нас разница, да, с тем, что мы воспринимаем и нормы считаем, с тем, что в США более распространено. При этом они отметили, что внеклассное занятие очень хорошо положительно влияет, но есть особенности, что внеклассные занятия должны контролироваться взрослым. Как вы думаете, почему взрослым должен быть при участии в неклассных занятиях? Да? У кого есть что-нибудь предположение? А еще вот вообще, что может произойти, да? Контролировать, да. А почему? Вообще сами внеклассные занятия очень хорошо положительно влияли на их будущее, этих детей, да, подростков, но именно когда контролировались взрослым. Когда не контролируются взрослым, возможно, наоборот, ухудшение и проблемы с поведением. То есть девиантное поведение из-за того, что подростки начинают различными интересными, можно, привычками друг друга просто заражать, да, в какой-то мере. Это может быть раннее курение, какие-то проблемы с поведением и прочим. В Казахстане же по правилам считается, что у ребенка внеклассные занятия должны занимать около 4-6 академических часов в неделю и только для исследовательских занятий 8 академических часов. Ну, понятно, да, что в академическом часе у нас 40 минут и, соответственно, даже по закону у нас чуть меньше. Единственное, да, если только вы посещаете несколько кружков. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Следующий вопрос у нас был, сколько составляет оплата кружков за одного ребенка в месяц. Большинство у нас платит около, ну, в нашей аудитории, да, около 10-30 тысяч тенге в месяц за кружок. И получается свыше 100 тысяч у нас платит там буквально небольшая часть, и буквально у 16% у нас посещение кружков бесплатное. На самом деле это тоже болезненный вопрос у различных стран с стоимостью, так как основным ограничением является именно барьер финансовый. При этом в Великобритании изучают социальную мобильность, то есть возможность перехода ребенка из его социального слоя более высокий, и там как раз барьером является вот именно финансовая часть, из-за чего это недоступно для детей из семей с низким доходом. Можно следующий слайд? А здесь мы нашли данные о том, что на платформе ArtSport, да, где зарегистрировано огромное количество кружков, что средняя сумма за один кружок где-то 18 тысяч тенге. В принципе, подтверждает показания нашей аудитории, что где-то около 10-30 тысяч тенге в месяц у нас уходит. Но это только на одного ребенка. Следующий слайд можно? Тут у нас был вопрос именно, каково соотношение, да, между внешкольными и школьными кружками, которые посещает наш, ну, ваш ребенок или племянник, ученики. Что интересно, что у нас почти половина аудитории отметила, что посещает большую часть внешкольные кружки. И мы сейчас разберемся, почему. И есть только небольшое, да, количество доступно, всего для 16% школьной возможность посещения именно, получается, даже очень маленькая часть, вот я ошиблась, да, только школьные кружки у нас небольшая, даже не отмечена, и буквально 8% это большая часть школьной кружки. Можно следующий слайд? И здесь мы можем, так, по какой причине у нас у 9 человек, которые ответили
не посещают кружки. И основная часть тоже подтверждает нашу гипотезу о том, что финансовая часть наиболее такой огромный барьер для посещения кружков. Да? Нет, да, у нас тут сэмпл, да, то есть отбор такой очень, да, такой. Да, то есть, проблема, да, у нас есть рождаемость, ну, не то, что рождаемость, да, недоступность в большинстве случаев школьного пространства. Это такая особенность именно нашего города, но мы в целом, да, мы не транслируем эти результаты на весь город. Понятно, что у нас определенные люди, которые как минимум интересуются, да, научно-техническими какими-то вещами, раз вы пришли на этот фестиваль. Но это просто так, изучение аудитории для того, чтобы показать примерную картину, да, кто рядом с нами сидит. А в целом, можно сказать, да, тут довольно-таки привилегированные люди собрались за счет того, что вообще в целом есть доступ к информации о проведении различных мероприятий. Я думаю, даже если отследить у нас, получается, коммуникацию со зрителем, наверное, можно отследить, да, что это, может быть, школьники из РФМШ, может быть, наша частная школа пришли сюда. Следующий можно, пожалуйста? Здесь у нас вопрос, как, по-вашему, влияет посещение кружков на выбор будущей профессии? Влияет достаточно серьезно, да, у нас треть нашей аудитории считает, а где-то, если в сумме просуммировать, что больше половины аудитории у нас считает, что это достаточно весомый показатель. Но я бы вам хотела показать, что вообще считают как эксперты, которые помогают при поступлении за границей. Можно следующий слайд? Ответы, правда, 5-летней давности, да, 2017 год, но у них очень хорошая репутация. Вот Quora.com, кто, может быть, знает, что там можно найти очень интересные вопросы и ответы на них от людей с хорошей экспертизой. Здесь они как раз отмечают о том, что при поступлении в США обращают внимание на то, чем ребенок занимался, да, вне учебное время. Но что самое интересное, что сама приемная комиссия с подозрением относится к студентам, которым приходится проводить каждую свободную минуту за учебой. Внеклассное занятие у ребенка – это показатель того, что он, в принципе, справляется неплохо с учебной программой. И кроме того, тут есть еще особенность, что люди, которые все свободное время посвящают только вот учебе, при этом не имея возможности выделить время для внеклассных занятий, скорее всего, будут не самыми лучшими сотрудниками, и также, возможно, у них могут быть проблемы с межличностным общением. Есть много подтверждающих исследований о том, что внеклассные занятия способствуют вот развитию различных коммуникативных навыков, а также позволяют, да, человека, как сказать, позволит ему развивать свой характер и, соответственно, какие-то организаторские способности. И тут рекомендация от вот, Брюса Эпштейна, колледжа консультанта, о том, что нужно не на все подряд, да, уделять время, но при этом понимать, да, как ваше внеклассное занятие у ребенка способствует тому, что показывает его более выгодным, да, кандидатом при поступлении в университет или колледж. И как раз-таки просто так, да, посещать какое-то занятие просто для резюме, это не совсем верно, потому что обычно приемная комиссия хорошо понимает, сколько вы посвящаете времени, и это для портфолио, или вы действительно горите этим делом. Следующий можно слайд, пожалуйста? Динара, можно я добавлю, вот здесь станет учителем, да? Потому что он привык учиться. То есть он всегда будет искать себе наставника. И когда мы говорим не только о поступлении, а вообще рассматриваем рынок труда, действительно оказывается, что те, кто привыкли учиться, и есть такое понятие синдром отличника, да? Эти люди очень тяжело имплементируют решения. То есть сейчас мы должны ускорять именно имплементацию. А тот, кто привык учиться, он будет очень много анализировать. Тут, конечно, палка в двух концах, но мы привыкли, как родители и как учителя, обращать внимание на именно оценку, на успеваемость по основной учебе. А по дополнительному образованию мы не отслеживаем успехи. Ну, разве что какие-то олимпиады, если там он особенно одаренный. Вот, поэтому вот этот баланс очень тяжело держать. И с другой стороны, наше государство тоже не имеет рычагов влияния именно мониторинга успеваемости в дополнительном образовании. Так как он заказчик основного образования, с школы отправляют оценки, там, средние баллы детей и так далее. А как же отслеживать дополнительное образование? Это, наверное, ложится больше на плечи родителей. Спасибо. Да, тут, то есть очень важно понимать, да, что внеклассные занятия, они также могут помочь вашему ребенку показать его комиссии не только, да, что этот ребенок, да, имеет какие-то там дополнительные навыки, но это...
Лесса Шерер, что приемная комиссия обычно пытается оценить, насколько это было важно для ребенка вот, занятие этими неклассными занятиями. Следующий можно? Ну, по моему личному мнению вообще, зависит от того, как ребенок сможет свой вот этот предыдущий опыт разнообразия включить, да, и аргументировать, какие навыки, да, у него могут интересы меняться, но как он именно сможет аргументировать, что это помогло ему стать именно тем человеком, который достоин поступления в университет. Опыт разнообразный – это прекрасно, как я считаю, да, что это позволяет развить различный набор навыков, которые ну, никогда лишними не бывают. Но ну, все... Да, мы тут просто как показать разнообразие как бы мнения, да, вот именно в этой ситуации. А в целом своим ученикам я вот предлагаю где-то к 7-8 классу примерно хотя бы понять, куда они хотят дальше двигаться. И для этого очень важна работа профориентатора, да, в школе, например, 7-8 класс, потому что в приемных комиссиях могут обращать внимание на то, что ребенок внезапно в 10-11 классе чем-то начал заниматься. Да, и то есть сложно понять, насколько сознателен выбор этого ребенка. Но в целом над портфолио при поступлении, конечно, уже начинает работать 7-8 класс. Четвертый, там, до этого времени нужно по максимуму, да, посмотреть, куда ребенка тянет. Ну, давайте продолжим. У нас будет в конце как бы сессия вопросов и ответов, и мы можем более развернуто как бы ответить на эти вопросы. Старается, чтобы отслеживать ситуацию с тем, что какова есть вероятность, то, что ребенок из неблагополучной семьи имеет возможность перейти в более высокий социальный слой. И они просто тут отметили явление, то, что в 3 раза больше детей, да, из семей с высоким доходом принимает участие в музыкальных мероприятиях, чем дети из семей с низким доходом. И самое интересное, это то, что я до этого говорила, что самым популярным внеклассным занятием, в котором участвует 50% молодежи, это у нас спорт. При этом всего 8% занимается искусством. Это, возможно, ну, моя гипотеза такова, что, возможно, это связано с тем, что спорт также способствует восполнить портфолио ребенка, и есть определенные гранты, которые позволяют именно поступать через какие-то спортивные достижения. И также ситуация с бедными семьями, у них похоже, что, получается, у детей из самых бедных семей, в принципе, для стран, у которых ситуация хуже, но и даже в самых развитых странах это на самом деле болезненный вопрос. Я видела много исследований о том, как они как раз таки отслеживали, да, что то, что у тебя уже меньше доступа поменять свой социальный слой только из-за вот таких каких-то барьеров к внеклассным занятиям. Следующий слайд можно, пожалуйста? Окей. Мы привыкли вот перспективу развития ребенка видеть до поступления в университет. Да, вот это самый очевидный outcome, самый очевидный результат его обучения в школе. Вот он поступил в хороший университет, все, можно выдохнуть. На самом-то деле нет. Вот этот skill-set, о котором говорила Динара, он ведь позволяет только приоткрыть эту дверь, а дальше реализация его там, профессиональных амбиций, его там, построение окружения, работа с людьми и так далее, это все зависит от этого skill-set, от этого набора навыков. Поэтому набор навыков, он, как вот гость нам сказал правильно, он зависит от разных занятий ребенка, чем больше он пробует, тем лучше для него, но опять же вот многое зависит от баланса тоже, чтобы ребенок не выгорел навыков, нет другого скиллсет, набора навыков, он боится переходить в другие сферы, и он не видит как бы перспектив. Поэтому вот у нас время заканчивается, мы сейчас перейдем к вопросам-ответам. Я хотел бы 4 тезиса, 4 момента здесь обозначить, можем еще добавить, если хотите. Первое, это роль дополнительного образования точно у нас, по крайней мере, в стране недооценена. Начиная от учителей там, и до родителей. Второе, кружки развивают разносторонний человек. Я думаю, с этим никто не станет спорить, но опять же здесь важен баланс. Так как ребенок, он не может видеть перспективы развития, не может правильно оценить свои возможности, тут уже нужна помощь взрослого человека, который видит, где ребенок ленится, а где он выгорает. То есть где ребенок устал ходить, ему сегодня вот лень выходить из дома, а где он действительно вот страдает от этого занятия. Третье. Условное деление гуманитарии и технарии. Это вот было в объявлении сегодняшней лекции. Удобно делить на гуманитарии и технарии, да? Потому что, ну, в первую очередь, удобно нам, учителям. Но мы поделили, вот гуманитарии вы давайте языками занимаетесь, вот технарии мы вам дадим сейчас математику побольше. Давайте вернемся к концепции, которую предлагал Талеб. Вот это мышление высокого порядка требует задействования вообще всех навыков.
не только умение работать с формулами, а вообще выходить за рамки этих формул, проявлять творчество и так далее. А как их развить, если ты сидишь только на математике, условно? И обратная сторона. Если мы ребенка отправляем там, лингвистическое направление, мы говорим, там, ну, к сожалению, у нас так сложно, хазым, да, говорят девочкам, ну, хазым, давай ты не будешь математиком, тебе это не надо, да? Вот, к сожалению, такой вот стереотип сложен. И человек, не получив вот этот математический аппарат, математическую базу, логическую базу, он не сможет оперировать теми же самыми навыками, которые он приобрел в другом направлении. Это основа, да? Поэтому здесь важна, вот мы приходим к четвертому заключению, интеграция дисциплин точно расширяет кругозор учащихся. Я думаю, мы на этом закончили, да? Спасибо вам за внимание. Извините, а у вас с вашей коллегой есть красные медали? Аттестат. Да, есть красный аттестат, и даже есть какая-то такая красная медаль. Алтынбала называется, или что-то такое. А у вас? Да, Алтынбельга, ну, вот, которую вручали, у меня есть, да, в 2006 году получил. В названии вашего вот этого мероприятия была заявлена астронавтика. Извините, но я не услышала про астронавтику ничего, независимо от того, что это внешкольная, ну, как бы, программа развития. Это такой был прием, с одной стороны. С другой стороны, мы хотели поднять, ну, такое, можно сказать, эфемерное, да, понятие астронавтики, не в прямом смысле астронавта. Я сам вообще большой фанат космонавтики, астронавтики, и, конечно, можно говорить конкретно об астронавтике, но мы не специалисты в этой области. Но мы знаем, что наука в первую очередь рождается в области космонавтики, и, кстати, война тоже стимулирует развитие науки. Поэтому мы хотели больше говорить о развитии навыков детей, чтобы быть специалистами такого уровня. Вот, вот как-то так. У нас за вот, независимый Казахстан нет ни одного космонавта, несмотря на то, что военкоматы в этом направлении работают. Нет вообще ни одного ребенка, который хочет быть космонавтом. Наверное, вот здесь вот кружки должны развиваться. Можно это? Использовать какие-то свои авторские программы. И в инжиниринге мы как раз проходим тему Aerospace Engineering. И недавно у нас, так как мы очень много внимания уделяем научно-исследовательской работе, шестые классы у меня ученики недавно ходили, делали анализ мнений и опрос про James Webb Space Telescope. Кто знает про James Webb Space Telescope? Поднимите руки, пожалуйста. Кто слышал? Учителя и школьники, их одноклассники. И они вот каждого ходили и узнавали, кто что знает про этот James Webb телескоп. И такие, говорят, тоже грустно, говорят, а почему так мало людей знает? Это же такая важная тема на самом деле. Хотя сами до начала этого урока, в принципе, не знали. Но они актуализировали этот момент вообще с телескопом, что, оказывается, вот такие вещи есть, теми заинтересовались. Я думаю, что учителя, в принципе, да, даже если сейчас не так активно говорят про космонавтику, астронавтику, мы можем тоже сами учителя на своих каких-то занятиях как-то актуализировать через классные часы, да, даже пусть не такой предмет, как у меня, через там науку и прочее. Я думаю, что как бы тут у учителей есть как раз возможность какую-то проактивную позицию занять по тому, какие темы можно сделать для обсуждения среди детей и учителей. И у вас было выражение, вы сказали, что хороший ученик не может стать учителем. Я с этим, конечно, не согласна. Но это уже другой вопрос, другие дебаты. А вопрос такой, вы показывали видео, там где лаборатория на 30 квадратных метров, да? 300 квадратных метров, сори. И вот вопрос, ученик там обучается платно или же это бесплатно? Получается, если там есть спонсорство, значит бесплатно, да? И еще такой вопрос. Ваша тема звучит, как сделать школы лабораториями, но я не увидела механизма, то есть как. Я учитель обычной средней школы, и то есть я пришла сюда, чтобы узнать, что мне нужно сделать. Это мне нужно собрать коллектив, который будет проводить кружки, но как мотивировать этих учителей, потому что они и так же загружены работой, это раз. Во-вторых, как тут сказали коллеги, что кабинетов не хватает, то есть нужно искать еще пространство, где это проводить. И вот эти вот два основных вопроса, ну, конечно, вопросов много, я бы хотела услышать механизмы, то есть как именно сделать лабораториями, потому что учеников мы найдем, конечно, а вот как найти того, кто будет преподавать это,
И где? Потому что я сейчас, например, мне интересна тема IT. Я сейчас ищу специалистов, которые будут вот здесь под Астаной, в деревне, приезжать к детям на волонтерской основе и преподавать им IT. Потому что онлайн курсы, конечно, есть, да, разные YouTube-видео есть, видеоролики, но не все ученики могут обучаться онлайн. Да. То есть... Спасибо. Ага. Давайте перейдем к ответу. Хороший ученик по существу, по сущности своей, он не станет учителем. То есть он привык учиться. Ученик – это тот, который потребляет, да, знания, потребляет информацию. Это общеизвестная фраза, на самом деле. Он не перейдет на стадию наставничества, учительства. Конечно, это задача учителя в какой-то момент его отпустить, сказать, вот ты должен уже имплементировать свои знания. Это задача учителя. Но если наставник его все время будет держать на уровне ученика, в какой-то момент он уже потеряет этот потенциал. Я вот имел в виду. Теперь по поводу лаборатории. Это то, о чем я говорил, вот, когда мы обсуждали неизвестные и известные концепции. К сожалению, у нас вот люди ждут четких инструкций. Скажи мне, как сделать, я это имплементирую, я это буду реализовывать. Но вы же понимаете, что нам не хватит и 3 часов, чтобы разобрать, как эти механизмы реализовывать. Мы хотели сегодня с Динарой, наша задача была вообще поднять актуальность этого вопроса, понять, насколько это важно, потому что мы на практике испытываем эти проблемы. Мы видим, что доп. Образования, кружки, они недооценены. Нам нужно было поднять актуальность этого вопроса. А реализация... Это, я думаю, вы профессионал, вы сможете найти пути, вы должны найти пути, у вас выхода нет. У нас выхода нет, мы должны эти пути изыскать. Иначе мы долго будем ждать инструкции сверху. Я еще был второй вопрос, да? Я тут просто хотела из своего опыта добавить презентацию, а потом решила, что я его не буду добавлять, потому что у меня есть особый случай, который, к сожалению, не очень справедливо на самом деле транслирует для всех, потому что я представитель все-таки школы частной в данный момент. Соответственно, да, мои условия в частной школе – это немножко другие условия, которые большинство школ, да, в Казахстане находятся. Поэтому я даже стараюсь и не делиться многими вещами, которые я делаю, потому что, ну, у людей совсем другие условия, кто я такая, да, чтобы вот этот опыт, да, рассказывать, вот это я сделала, то это все, да, и так далее. Совсем другие условия. Но просто как пример из своих таких возможностей, которые я до этого работала, вот по предыдущих, да, работала и волонтером в проектах там социальных, инклюзивных, да, вот мы как раз с Алмазом и познакомились на одном из таких, да, проектов. Тут очень важно возможность найти команду. Я вот очень рада к той команде, в которой я работаю, да, единомышленников. Мы стараемся даже в любом проекте, где мы работаем, какие-то экстра вещи для детей делать. В данный момент мы, например, вот в школах открывали научный клуб. Естественники объединились, вот я химик, биолог, физик. И мы старались детей завлечь там даже, да, какое-то портфолио. Также старались еще сами, да, для своего портфолио. На самом деле у нас времени хватало в тот момент, но вот мы находили даже своих каких-то единомышленников среди различных проектов. Вот как раз там National Geographic, мы с ними там запартнерились, да, и они дали нам какие-то возможности. Это даже важно для нашего профразвития. Как мы учителей в этот раз, например, заинтересовывали, это все, наверное, кто учителя, они знают прекрасно. Портфолио – это самое важное для прохождения категории. Да. И так там, если хорошо посмотреть, можно находить различные проекты вот именно по научно-техническим каким-то вещам, где это способствует возможности, что и учителя заинтересованы, вот в данном случае у меня учителя прям заинтересованы, давайте напишем методику, давайте поучаствуем в онлайн-курсах, давайте тренинг проведем. Дети старшие классы сами мотивированы, говоришь, портфолио, все бегут. 6-е классы у нас просто хотят, у нас если учителя хорошие, имеют общий язык, в принципе, с удовольствием участвуют. И вот по нашему опыту, это очень такой опыт, когда единомышленники собираются, тебе в принципе приятно время тратить и с детьми, и как бы с этими коллегами, потому что это, знаете, как синергия, да, говорят такое слово, да, ты сама набираешься очень многих каких-то вещей, важных скиллов. Я вот, например, у нас есть девочка, которая классно монтирует, она там математик, и какие-то вещи, это очень даже приятно на самом деле вот в таком участвовать. Я вот тем, кто хочет вообще этим заниматься, учителям, очень рекомендую найти единомышленников, это самое важное, и тогда идеи будут рождаться сами, и к вам будут люди приходить, говорят, вау, у вас классная вещь, вы такие классные вещи делаете. У нас просто инстастраница, и мы делали стоп-моушн анимации различных и научных явлений. На нас начали выходить различные учителя, различные проекты для того, что а давайте мы вам доску дадим, да, спонсора, а давайте мы вам планшеты, еще что-то. То есть важно не ждать, что кто-то вам даст старт. Что-то начните делать, и люди найдутся, проекты какие-то, которые хотят вас поддержать. Это вот. Круто, Сана.
Из вот 3800 школ всего лишь 10% это те вот лаборатории, которые мы ставим, они функционируют. 10% это порядка там 380 школ. Остальные просто стоят. То есть там есть такая проблема, даже в школах сельской местности здесь говорят, то, что научите. Есть то, что учителя сами не хотят вести там. Проблема. В плане того, что есть такое, то, что там не трогай, тиспе, санкалат, там поломаешь, закрой, все. И были школы, где есть робототехника, и эта робототехника под ковром спрятана. То есть для того, чтобы ну, то есть, не показывать, и не сломалось, и дети не украли. И вот как с этим бороться? Например, я вот уже сколько мы и 7 тысяч преподавателей обучаем. То есть мы со всеми преподавателями работаем. У нас есть свои курсы по обучению всех преподавателей. Но всего лишь работает 10%. Это вот тенденция, которую мы заметили от учителей, которые вот из сельской местности, я не говорю, даже в Астане всего лишь есть там 10 или 15 школ, которые всегда участвуют на олимпиадах по робототехнике, по физике, химии, да, остальные просто стоят в сторонку. И победители всегда, всегда есть такой момент, то, что одни и те же выходят. И как вот мне, я бы хотел услышать от вас, как для учителей вот этот момент, как барьер, да, или вот эту преграду поделиться, но только что вы сказали, но можно сделать так, от вас какой-нибудь там телеграм-канал, да, где вы будете мотивационные направления давать, чтобы показывать им, чтобы мы своим учителям это тоже показали, сказали, вот по вот этому шагу, если будешь идти, то есть степ-бай-степ, то ты можешь уже преподавать там кружки там, по STEM-лаборатории или там, по химии, по физике, да. Почему? Потому что сейчас, как сказали, каналов очень много, и не каждый мотивирует, и не каждый может учителя открыть как дополнительный кружок. И то же самое и по финансовой части в школах очень трудно идет, частные, ну, то есть в государственных школах, что за это очень мизерно оплачивают за кружок. И, наверное, это тоже влияет на это. Ну, то есть как-то на вот момент, из-за этого я как предложение хочу от вас вот этот телеграм-канал. Спасибо. Некоторые даже запутывают, да, когда много таких источников информации, даже запутывают. Смотрите, я в многих организациях сам проработал и также одно время работал в Акимате. Я думаю, в данный момент это хочу выразить большую благодарность вам за то, что вы вообще этот вопрос поднимаете. Как показывает практика, финансирование даже не в отличиях там, государственной школы от частной, но и в целом в государственных школах, сельской местности, городской бюджет очень разный. И помимо мотивационной, творческой подоплеки, необходима финансовая мотивация для преподавателей. То есть тут проблема не сколько незаинтересованности, а проблема самой системы. Мне кажется, подобные собрания, подобные форумы поднимают резонанс, но впоследствии, помимо телеграм-каналов, мотивации и так далее, нужно выходить на государственные органы, чтобы изменять систему. Потому что у нас очень сильно недооценивается, вот как вы говорили, soft skills. Каждый из преподавателей здесь, я думаю, сталкивался с таким моментом по тому же вопросу профориентации. Зачастую дети выбирают предмет не по своему навыку, а по окружению кабинета, по общению с самим преподавателем, то есть первый контакт. Спасибо. Мы өзім математика және робототехника пәнінен курстар өткіземіз, бізде оқу орталықта бар. Енді шынында да, мен Батыс қаласынан облысынан келіп тұрмын, Орал қаласынан, бізде де жаңадай проблема бар. Бізде оны қалай ұсынамыз? Біздер оқу орталықта үйірмелер жүргіземіз, яғни мұғалімдерге курстар өткіземіз. Ол курстарда қойылатын талап, курс біткеннен кейін біз ол мұғалімдермен кері байланыс ретінде жоба қорғау жарыс ұйымдастырамыз. Егер де ол жобаны қорғай алмай, мысалы, екі апта ойын оқып келді, ондай қорғай алмайтын болса, онда біз оған оқыды деген сертификат бермейміз. Қазір шыны керек, оқыды деген сертификатты беретін орталықтар көп. Ол шай ішіп те алатын, бізде Оралда бар, шай ішіп отырып та сертификат алады, мектептен барып сағат алады. Сосын ол мұғалім қалай сабақ береді? STEM кабинетті мысалы қалай жүргізеді? Сондықтан да ең бастысы қандай да бір білім жетілдіретін курстар ашылса, талап қойылу керек. Яғни олар сертификатты қалай беру керек. Яғни сіздер қалай оқытасыздар деген сияқты. Енді сонымен бірге келесі нәрсе ол біздерде бюрократия дейді, яғни документпен. Біздерде мысалы робототехникадан біздер тексеруге барғанда сабақ жоспары дайын тұр, бірақ роботтардың қарасаң, яғни бізде документке көп мән беріледі. Сабағың, жоспарың, документің түгел ме, сен мықты мамансың. Ал сенің жетістігің көп, бірақ документің жоқ па, сен жұмыс жасамайтын адамсың. Сондықтан да бұны негізі жоғарыдан құжат жағынан бастап реттеу керек. Яғни нәтижеге, сапаға көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Рахмет.
рахмет. Проблема в том, что вот я на камеру говорю, аттестацию не дают педагогам. Нас нет в этом приказе, чтобы педагоги получали плюшки при аттестации. Эти наши сертификаты просто откладываются в сторону. И педагоги мне звонят со всего Казахстана и говорят, зачем нам у вас участвовать, зачем нам развивать STEM в школе, если наши достижения не учитываются. Соответственно, много часов они тратят на подготовку ребят, на развитие STEM-лаборатории. Это им не зачитывается при стаже, при аттестации, при прибавке к зарплате. Вот это большая проблема. Абсолютно точно. Кто-нибудь есть из министерства? Жоғары дәрежеде өткіздіңіздер. Тек қана біз кештеу келдік. Динара қай мектепте істейді білмейміз. Квантум мектебінде. Квантум STEM. ФМШ-да істейсіз. Да, Алматыға кетіп қалдыңыз. Солай ғой. Сізді білеміз. Өйткені сізді танығандықтан біз көп олимпиадниктер дайындаған Абзал деген керемет тамаша мұғалім. Ғажап. Рахмет. Динараны кім тыңдағын келеді? Квантум. Квантум мектебі. Жақсы, өте жақсы. Ал, Витя, вы сказали, дополнительные кружки развивают различные социально-физические навыки, полезны не только астронавтам, но и всем остальным людям. Например, спортивные секции повышают физическое состояние человека, а научно-интеллектуальные секции помогут развивать смекалку, обогатить запас знаний, которые смогут выручить астронавта в экстренных ситуациях. Спасибо, Витя. Вот вам подарок. Держите. Может быть, наушники? Да? Вот организаторов, не от нас. Спасибо, что пришли. Давайте. И еще один ответ, который мне лично понравился очень сильно. Так, это aijek@gmail.com. Это вы? Ну классно. В кружках дети учатся спать на потолке.